Дорогие друзья, всем большой привет! Мы начинаем прямую трансляцию из Егорьевска, где буквально через пару мгновений начнется матч юношеской футбольной лиги 2 между командами «Мастер Сатурн» и «Строгино». Команды уже появились на поле. Последний тур. Сегодня состоится UFL-1 и UFL-2. Главный арбитр встречи готов дать свисток о начале поединка. И для вас эту встречу в прямом эфире прокомментирует Вадим Азаренко. Всем желаю приятного просмотра. Сразу следует длинный заброс к радиусу штрафной от Строгино. И не удалось обработать мяч Александру Семенкову. Хороший перехват от Дибирова. Исмаил, здорово. И снова здесь возникает оперативный простор. Можно им пользоваться. В разрез передача. Удар по воротам! И забирает мяч Андрей Мельник. Снова получилась быстрая атака через левый фланг. Играют в Москве Краснодар ЦСКА, Динамо Шор Зенит и Ростов Чертаново. Штрафную у нас тем временем мастер Сатурн заработал. Прекрасно. Звучит свисток судьи. Семенов бьет! Пробивает выше. Створ. Капитан мастер Сатурна не попал. Перевод направо. Хороший пас. Можно подавать. Заброс следует. Отличный момент. Штанга. Да. Прекрасно подключился к атаке Барышев. И именно классный пас. Проходит штрафную. Удар нужен, крученый, но мимо цели. Хорошая позиция, смотрим повтор. Абдулла Джебов с радиуса штрафной бил. Джебов, отличное подключение, без положения вне игры. А где же удар? Хорошее оставление, мяч штрафной, падение, это пенальти. Это пенальти. Исмаил Дибиров все-таки заработал 11-метровый штрафной удар. Как же грамотно эту комбинацию вычертили игроки Егорьевска. Буковскому два пенальти Мельник у нас не отразил в нынешнем сезоне. Удар и 1-0. Артем Буковский. Третий пенальти Артем реализует в UFL-2. 28-й гол Артема Буковского в юношеской футбольной лиге в нынешнем сезоне. Ну и в нашем матче всего лишь пока 1-0. Одну минуту добавляет судья. Опасная атака. Строгино. Забивать нужно. Мазаев. Здорово среагировал Роман. Смотрим повтор. Классная передача. И причем... хорошая передача. Вражкин прострел. Забивать нужно. Спасает Андрей Мельник. Какой момент сейчас? Просто на официальном сайте у нас была опечатка, да. Симуляция. Абдулла Джебов получает вторую желтую карточку за симуляцию. Вот это да! Абдулла Джебов удален. Ну что, смотрим. Подача на ближнюю. Ой, какой момент! И гол! Какой красивый мяч забивает мастер Сатурн с углового! Неужели это Буковский? Кого поздравляют? 59-я минута. 2-0 Егорьевск. Это Исмаил Дибиров. Какая красотища! Исмаил Дибиров. Еще одно нарушение. Быстро Строгино разыграло штрафной удар в дальний угол. Мимо. Далеко от створа. Пробивал у нас вышедший на замену Дмитрий Бушуев. Перевод налево. Быковский в разрез. Дибиров. Дибиров выходит 1-1. Исмаил 1-1 остается с игроком соперника. Дибиров! Рядом со штангой Исмаил. Ну как же он разыграл? Какую передачу выдал? Мы схитили
Чагашвили. 20-й номер Строгино идет вперед. Точная передача. Забивать нужно. Гол! 2-1. Строгино. Один мяч отыгрывает. И время еще есть. Да. Смотрим повтор. Никита Никифоров отличается голом. Прошла здесь передача. Так, Семенков у нас мячом подает. И нужно бить! Какой момент! И атака продолжается. Еще один выстрел. Борисов. И матч закончен. Мастер Сатурна держит победу. Последний матч юношеской футбольной лиги 2. Строгино проигрывает. Команда остается на 8-й позиции. Ну и мастер Сатурн также на 3-м месте. Ждем следующую игру между мастер Сатурном и Строгино в рамках UFL 1.